Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя-легенды. Так, ну что, я забрал награду только что. И, ребята, 500 бакинских мне пришлось потратить на телепорты, потому что они у меня закончились. А, как говорится, ДНК нам нужны. Мне, ребята, пришлось. Но больше не буду, хоть до конца недели не так уж и много осталось. Но все-таки какую-то сумму мы сможем с вами накопить. Так, давай посмотрим. Да, ребят, видите? От Катьки сколько тут? Всего лишь через часик я буду опять искать на них ДНК. Точнее, вот на Бибопа. Также нам, не забывайте, нужно найти на Микеланджело. У нас сколько? Посмотрим сейчас. 85 ДНК уже найдено. Так что пропаем его уже практически скоро. Так, давайте забежим в магазин и посмотрим, что у нас здесь в колоде. Так, 60 мутагена. Портрет короля, 28 пиццы, 8 сюрикенов и крысиный король. Так, если мы зайдем в боевку, нам что-нибудь... О, да, ребята, да-да-да-да-да, отлично. Значит, мы сегодня пойдем еще на испытания. А давайте-ка мы глянем, кого нам здесь подкинут, каких героев. Ну, скажу одно, не совсем уж и плохо, Конечно, нет моих элитных Рафаэля с Леонардом, но, тем не менее, такой командой мы еще можем поиграть. Так, а давай теперь глянем вот здесь вот, в платиновом, что нам тут подкинут. Вау! Слушай, есть возможность, ребята, пройти. Ну, правда, два героя всего лишь. Тут 60 уровень, 45. Ну, не знаю, попробуем. Но начнем, конечно же, мы все с вами, естественно, с турнирной арены. Обязательно, потому что я, ребята, хочу попасть в мастера 2 звезды. Не знаю, каким макаром у нас получится это или нет, но стараться надо. Так, погоди-ка, а по заданиям у нас что? Пройдите серию испытаний. Черт, это нужно сделать, ребята, иначе у нас с вами, блин, зависнет все это дело. Так, серию испытаний, да? Давайте быстренько с вами пробежимся вот здесь тогда, да? Раз, два, три, четыре. Нет, давай мы вот так лучше сделаем. Буквально быренько с вами сейчас сделаем, потому что нам нужно забрать с вами реверс, чтобы задание обновилось и стали доступны все откаты, которые мы с вами можем заработать. А в данный момент у меня нет откатов, поэтому Леонардо участвовать у нас будет только один раз в бою. И это плохо. На самом деле для нас это не очень хорошо. Так, ну здесь мы, конечно же, с этими сосунками разберемся с полтычка. Тут, как говорится, к бабушке не ходи, все будут валяться. Так, последняя заключительная волна. И начнем, пожалуй, с массовых атак. Не будем здесь на них любоваться. Зэк бросает бомбочку. И Леонардо сейчас сделает завершающую смертельную вертушку, после которой все они отдуплятся. Погнали. А, нет, не все, ребята. Рокстеди выживет. Да и Бибоп тоже выжил. Что-то я губешки-то раскатил. Так, хорош. И всегда бомбят по Зэ... Ты посмотри на Зэка. Он сейчас отдуплится и все. Так, попробуем, наверное, вот так вот бомбануть ракетой. Ага. Так, Зэк выжил. Ядрить тебе на корень. Нам повезло. Нам повезло, могли бы Зэка уронить. Ну, в принципе, это, ребята, не принципиально. Ну, просто сами подумайте, да. Если я буду проходить смятение с другого измерения, Зэка уже в первом же раунде валят практически. Как мы будем с вами проходить? На рекорд идти, я не знаю. Такое впечатление, что просто его не надо брать с собой, и все. Только если так. Ну что же, теперь уже, ребята, с вами действительно отправляемся на турнир, на турнирную арену, и давайте смотреть. Кстати, знаете, какой новый способ обновлять себе персонажей? Вот так вот выходишь и заходишь, ребята, и они обновляются. Так, и начну я, по-моему, вот с Ниала. Да, давайте его, 54-57 уровень здесь, да? И, наверное, мы пока без Леонардо здесь обойдемся. Возьмем мы с вами Бакстера Стокмана, да? И, пожалуй, к нему в придачу возьмем Тигра, Бибопа. Возьмем Хана и... Давай возьмем, наверное, Кирби. Слушай, рискованно. Это очень большой риск. У меня всего лишь здесь Бакстер Стокман. Хаюшка, хай-левел. И остальные-то... Особенно Кирби. Кирби у нас тут вообще... сосунок, можно так сказать. Они, наверное, его будут в первую очередь бомбить. Так, ну-ка, выстрелим. Неплохо. Так, кто у нас тут хиллер? Конечно, Эйприл. Эйприл нужно убирать с поля. А у нас не получится. Она захиляется, ребят. Она захиляется. Вот так она это все делает. Причем все здоровье практически полностью. А мы вот так-то сделаем. Волна.
минус-минус. И давай попробуем крикнуть. Так, ну что, все отличненько. Остальных постепенный урон. А, даже так можно сделать? Ну давай добьем тигриным когтем. Нам какая разница, все равно бы они погибли бы от смертельного, ну, от постепенного урона. Ладно, отыграли первую партию довольно неплохо. Давайте посмотрим, куда нас перекинут. На 60-ю, да? На 62-ю позицию. Идем медленно, но уверенно. Так, ребята, такие герои мне не устраивают. Давайте-ка попробуем поменять. Вот, вот здесь, в принципе, нет, не годнота. Зайчики, ребята, меня бесят. Там были зайцы, кролики, точнее, зайцы. Вот, а вот здесь вот, ну, смотри, 3 серебра, отлично, давайте попробуем. Это у нас Мэтью. Мэтью будет против нас. Возьмем тогда мы с вами уже, чтобы наверняка, вот так вот, да? И вот этих двух балбесиков. Ну, я надеюсь, что Змейка Вьюн меня здесь не подведет. Так же, как, в принципе, и нейтрализатор. Ну, остальное, как говорится, дело за малым. Бросаем бомбочку от Зека. Это, как говорится, подарочек вам небольшой. Так, и смотри, везде находится, ребята, Эйприл. Везде, практически в каждой каточке, да? А зачем она здесь? Ну, естественно, для того, чтобы захиливать. Угу. Так, попробуем, ребята, массовую атаку. Интересно, она успеет? Она успеет. Она успевает и практически полностью восстанавливает здоровье. Вот она хламонка все-таки, а? Ладно, Рокзар сейчас ее... Нет, мы вот так вот сделаем лучше. О, так, и давай, наверное, ее ликвидируем. Кто у нас следующий будет? Наверное, Донни, можно Донателло. Но, в принципе, это тоже Рюрик может нам нервы потрепать. Так, захилялись, давай еще одну массовую атаку. Минус Донни, и давай, наверное, мы с вами Леонардо почекрыжим. Я не хочу от него супер... Оп, опа, а так пробили, все, шикарно. Ну что, ребятулечки, давайте сделаем удар хвостом. Я думаю, мы подоб... Нет, не подбили. А если мы вот так вот бросим гриву? Отлично, и добиваем Микеланджело. Да, конечно, добиваем. О, Бакстер Муха подлетел так, чик своей клешней и забомбил его. Замечательно, ну что же, ребята, тогда давайте следующий бой. На горяченькую, как говорится, да, без прохлаждений, без всяких рассусоливаний. Полтинчик дайте мне. 54-я позиция. Ну, конечно, хотелось бы оказаться уже в мастере, но не дают они мне такого добра пока. И у нас сам кто? Сам Ланд. Даже так, сам Ланд. Ладно, берем вот этих ребят. Возьмем змею Карай. Тут опять, ребята, под шнырик у нас один затесался, да? В виде кроликов. Я его ненавижу. Почему, ребята? У него есть массовая атака, луч. Причем довольно такой серьезный этот луч. Пробивает нехило. И сами по себе они тоже такие крепенькие. Нам нужно здесь ликвидировать, в принципе, кого? Шреддера. Потому что он захилять может всех. И он будет это делать, поверьте мне. Так, этот вешает иммунитет. По стандарту все идет. Давай попробуем, ребят, пробить Шреддера. Есть. Ну что же, минус Шреддер. Твою ж дивизию. Тоже, кстати, неплохая атака. А если я вот так вот бомбанем? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Карайка, живи, живи, пожалуйста, радость моя. Все идет в Карайку. Хорошо, что, ребята, она может уклониться. Уклонение срабатывает, причем довольно неплохо. Так, давай-ка мы добили и Донателло. Давайте вот так его, щупальцами. Все. Смотрите, ребята, довольно неплохо играем и без Леонардо. Хотя Леонардо у нас там лежит в закромах и ждет своей очереди. Еще у нас там Рафаэль. Он тоже ждет своей, ребята, очереди. Но с кем играть, я пока не знаю. Предположить даже не могу. Кого нам брать в команду? Так, нет, такая команда меня не устраивает. Давайте мне серебро. Во, сгодится. Так, Джилис у нас это. Джилис, да, 60 уровень, это максималка. Берем тогда с вами Леонардо. Раз, два, три. Ой-ой-ой. Большой, очень большой риск. Я боюсь, конечно, что Рокстеди могут подбить. Какой Рокстеди? Крысиный король. Но деваться нам все равно некуда. Если мы с вами успеем сейчас сделать две массовые атаки. И Ванька Стиранка, пожалуйста, 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 Ванек. Давай, 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 инициатива, где у него там? А, Паукус еще, хорошо. Так, ну вот это уже радует меня, ребята, уже замечательно. Пускай этот хиляет, нам уже все равно, по большому счету. Давайте тоже вот ракетами бомбанем.
Урон, конечно, вообще никакой, ни о чем, но тем не менее. Так, расстреливаем. Слэш, слэш живучий. Ты посмотри-ка, а? Не хочет падать, засранец. Тогда мы ему вот так, ребята, пропишем. Слегонцушки, чтобы знал свое место. И тык, выжил. Так, слэш атакует, но у него пониженная атака, ребят, поэтому выживем. В любом случае выживем. И Армагон его добил, кусанул, так сказать, в своем костюме. Отличненько, значит, двигаемся дальше. Теперь бы нам как-то надо сделать так, чтобы отыграл у нас Рафаэль. И тоже, чтобы все выжили, но это будет сложно. Это будет, ребята, сложно. Откатов нету, понимаете, были бы у меня откатики, было бы вообще шик и блеск. А здесь ни шишарики у меня нет, так что будем пыхтеть своими силами. Так, ну что, я вижу, ребята, вот это вот неплохая команда, да, Давид у нас здесь. Как вот нам теперь это все замутить? Как нам это все сделать? Он один. Слушай, не знаю, ребята, 45 уровень против 60-х. Это, по-моему, полнейшая нелепица будет сейчас. Полнейшая, понимаете? Ну что, давай сделаем для начала провокацию, как само собой разумеющееся. Ну, отсюда уже будем с вами плясать. Хорошо, нормуль. Так, Эйприл потратила свой хил. Ой, нет. Все, ребята, хана мандрыга. Ты смотри-ка, выжили. Ребята, они у меня выжили, ты прикинь. Так, посмотрим, что у нас тут повесится. Надеюсь, защита и контратака. Нет, никакой контратаки нету. И это меня немножечко взгрустнуло. Так, хильнулись, да? Ну, давай попробуем. Зачем, ё-моё, у него же контр... А, нет, фу, на нем висело. Господи, я ж подумал, сейчас, ребята, будет контратака. Думал, что мы сейчас будем Рафаэля бомбить. Но пока... Да ты достал со своими массовыми атаками уже, а? Олух. Давай. Нам бы, ребята, хотя бы вот, я не знаю, хотя бы вот, хотя бы их всех забомбить. Давай этого уничтожим. Так, сплинтер крепкий, посмотри. Так, Эйприл накажем. Сплинтер у нас, ребята, крепкий. Так, попробуем, ребята, мочкануть. Слабак. Давай тогда массовая атака. Я надеюсь, он на Шреддера сплинтер не среагирует. Конечно, не среагирует, ага. Держи, как говорится, карман шире. Все, он среагирует. Минус нейтрализатор. Так, ребят, делаем захил от Эйприл. И теперь попробуем Донни наказать. Не получилось, а так если? Шикарно. Ребята, у нас с вами закончилась провокация на Рафаэле. Он сейчас будет уязвим. Эх, Усаги, Усаги, что же нам с тобой предпринять-то такого? Как нам здесь быть? У нас не хватает сил. Не хватает сил пробить даже Эйприл. Тьфу. Ну, бафнемся тогда, посмотрим, что нам повесят. Так, а если вот так сделаем? Есть! Ноу, ну почему ты ударил Усаги, гад ты этакий, а? Почему ты его мне забомбил? Ай, наступит то время, ребята, когда Усаги будет всех рвать, понимаете? Всех! Он всем накажет, он всем все припомнит. И сплинтеру этому, и еще там кому-нибудь. Всех, кто когда его когда-либо наказывал, все запомнят это имя Усаги. Так что, ребятушки, остается только ждать, набраться терпения и наблюдать за моими видосиками, когда этот момент наступит. Ну что, ребята, все, у нас больше ничего нету. Мы с вами на 21 ранге. Это в Лиге Сёгунов, даже не в мастере пока. И у нас 69 монет. Поэтому, ребята, быстренько отправляемся в магазин и покупаем. Ну, это нам не нужно. А покупаем мы с вами, да, 3 ДНК на Донателло Космос. Вот так это все выглядит. Ну, а теперь со спокойной душой и совестью можно отправляться вот на это, ребята, испытание. Поехали. Раз, такс, такс. Начнем потихонечку, пожалуй, разбирать, да? Черепашья буря. Да-да, тут все черепахи, ребята, будут у нас. Коварные, елки-палки. Со своими выкрутасами. Так, естественно, хиляется. Потом Леонардо сделает вертушку, да, все как полагается. Кто бы в этом, ребят, сомневался? Я лично нисколечко не сомневаюсь. Давайте мы еще с вами сделаем дополнительную защиту. Мало ли там чего у них там. И сделаем вот эту вот волну. Шикарно волна работает. Так, он ответит. Конечно, ответит, ребят. Конечно, ответит. Провокацию. А ты зря Раф сделал, потому что тебе уже хана.
признайся в этом, что... Так, хорошо, что мы с вами защиту поставили дополнительную, да? Минус и... Хотел сказать и минус, ну не было минусов, вот. Так, переходим с вами на вторую волну. И пробуем. Отлично. Так, давай маузеров теперь выпустим. Погулять, подышать. Так, а если мы... Блин, давай стрелять, хорошо. Будем массовой атакой бомбить. Ага, минус Майки. Минус Донни, и вот теперь надо Рафаэля наказать. Ага, не так все... Во, Зэк подключился, отлично. Ребята, третья волна. Ага, здесь ролевики у нас, да? Ну, давай попробуем так, наверное, сделать. Я понимаю, что Донателло сейчас, наверное, попробует захиляться. Ой-ой-ой, Ванюша, как-то прилетело тебе не кисло, если честно. Очень не кисло. Так, попробуем добить. Молодцы. Так, а вот этого хламона нужно бомбить, потому что у него массовая атака есть. И он стопудово ее примет. Нет, он делает провокацию. Отлично, это лучше, чем массовая атака. А этот будет хилять. Нет. Так, он поставил, ребят, какую-то защиту. Вот что я тебе могу сказать. Ага. А если так, с прыжка? Ты посмотри, какой коварный. Так, ну что, Донни, смотри, все метят в моего Ваньку-стиранка, а? Все метят, хотят его подбить. Вот за серия. Так, ну, добиваем. Отлично, ребята, последняя, четвертая волна. Ванька-стиранка, конечно, здесь вряд ли уже выживет у нас. Хотя, давай попробуем. Чем черт не шутит, как говорится. Поставим на себя защиту. Теперь бросим бомбочку. И нам нужно как бы... А, во! Смотрите-ка, мы еще поживем маленечко, наверное, с вами. Поживем совсем чуть-чуть. Рафаэля, конечно, надо бы нам убрать, потому что он стопудняк сделает отхил себе. Уже не сделает. Так, и Донателло... Давай Донателло, наверное, попробуем. У него массовая атака. Во, волна! Хопа! Ну что же... Начало неплохое, ребята, мы прошли с вами. Это первая волна. Не забывайте, что у них тут 60 уровни. Они начинают с больших левлов. Тут нет такого первые, там, 10-е, 20-е. Тут все сразу же серьезно. Ох ты, смотри, кто нам, ребята, нам Микеланджело из 60 бакинских прикатило. Вот это я понимаю, ребята, вот это повезло. Так, а есть ли смысл нам вот сюда-то идти? 70-е уровни. Ребята, 70-е, поехали. Фиг с ним. Авось повезет, а? Прикиньте, повезет, но это вряд ли. Так, это у нас та самая команда, которая была последняя. Сейчас она уже у нас первая. Ты понял, да? Почему я так сделал? Да, ребята, потому что... Ну это что за урон такой, ё-моё. А вот это урон. А вот это, ребята, был урон. Ты посмотри на Рокзара. Он бедный, все, уже пи... Он уже пищит, он уже помер давным-давно. Да как они так могут делать, эти черепашки, а? 70 какого? Он 70-го уровня. А что они себе вообще позволяют? Не знаю, ребятушки. Это вообще, это зверство. Так, ну-ка, Рафаэль. Хотя он, наверное, ребята, отдуплится от постепенного урона. Давай вот так вот сделаем. Так, хорош, успокойся, родной. Полежи маленько. И переходим на вторую волну. Уже, ребята, у нас одного персонажа нету. Что меня очень сильно опечаливает. Ага. Так, предположим, ребята, давай-ка мы с вами ликвидируем Донателло. Получится или нет? Да, получилось. И теперь массовую атаку от Вани Стиранка. Как говорится, из России с любовью. Но мне кажется, что это нас не спасет. Оу, массовая атака, ребят. Пим-пим-пим-пим. Живем, пока еще живем. Что это такое? Выпустил щит. Угу, понятно. Минусанули, чувачка. Так, давай-ка мы, наверное, будем этого бить, потому что у него контратака висит, это плохо. Слушай, а в любом случае нам здесь не пройти. Вот я сейчас просто прикинул все это. Как быть? Как быть? Эти черепашки слишком крутые, ребята. Они слишком крутые для меня. 70 уровень, такое ощущение, что все сотые. Третья волна, здесь у нас комиксы, да? Оригиналы. Ну, давай посмотрим, как бомбочка хотя бы на них сработает. То же самое. Никакого, ребята, эффектуса. Да-да-да, он на себя вешает иммунитет. Естественно, чтобы на него не повесили какие-то антибафы. Так, это у нас что, провокация, да? Угу. С уклонением, причем сразу же. Провокация с уклонением. На фашист гранату. Промахнулись. Ирокез
У него иммунитет, соответственно. Так, а сейчас будет прыжок в харю. Тыч. Все, ребята, зэка нету больше в живых. И, соответственно, тут... Да, печалька. Ну и еще массовая атака, конечно же. Да, Рафаэль, конечно, оригинал. Это просто жесть какая-то. Он отжигает. Именно вот сколько я играю, именно вот этот вот удар самый и самый опасный. Так, а здесь, ребята, мы на 3 звезды. Можно пофармить, но мне, как я вам говорил, вот эти вот телепорты пригодятся. Очень сильно хочется пофармить. Тем более все черепашки мне вот эти вот нужны. Абсолютно все, кого не возьми. Ну давай, 3 разика. Фиг с ним. О, хорошо. Давай. Так, нормуль. И последний разочек. Слушай, круто, ребят, круто выпало мне. Так, и чего я хотел, ребята? Хотел я еще вот сюда вот зайти и попытать счастье. Вдруг нам повезет, и мы с вами, ну, пройдем, короче, грубо говоря. Я надеюсь на это. Попытка не пытка. Как говорится, за спрос ничего не берут. Будем пытаться, ребят. Так. Микеланджело, ты у меня успеешь, надеюсь, танцульку свою запустить? Она нам сейчас очень сильно нужна. Так, ладно, танцы с бубном мы сделали. А они все равно попадают, да? Поехала тогда вертушка, ребята. Шик! И лежат орлы, пригорюнившиеся. Так, Бакстер Стокман. Давай-ка мы возьмем, наверное, провокацию здесь. И надо захиляться как можно быстрее. Потому что я боюсь, тут будет сейчас массовая атака. Именно от него. Именно, ребята, от него. Так. Захил. Пытаемся, ребята, сделать что-нибудь. Как-то выстоять, выжить. Так, кунай, да, у Карайки кунай. Блин, бедные майки. Но он 45 уровня, это, ребята, нормально. Главное нам теперь попадать. Потому что у некоторых тут, видите, висит уклонение. Что не есть гуд. Так, хорошо. Попробуем добить. Добить 45 уровнем, что я несу тоже. Оу, какой ты ватничек. Ну-ка, добей его. Нормуль. Ребят, по красоте, давай-ка мы попробуем вот этого Чарли Поппина забомбить. Во. А здесь просто попробуем поударять. Вторую атаку не стал делать, да? Ладно. А если так, добьем? Нет, мажем, ребята. А так? Ну так, понятное дело. Что у нас там? Ксевер и Карайка. Так, Севера практически, ребята, уничтожили. Ну, ответка пошла. Давай попробуем добить к северу и сделаем, ребята, отхил. Я вот так подумал, надо хильнуться. Все-таки маленечко. Так, а Эйприл? Ой, Эйприл. Карайка живет. Так, по кому она бьет? Ой, все, ребята, Микеланджело больше с нами нету. Был парень, да вышел весь. Ну, добивай Лео. Отлично. Третья, последняя, заключительная волна. И здесь, ёппарс, это тут самые сливки общества собрались, да? У нас тут саблезуб, тигриный коготь. А мне даже и бомбануть неким. Ха, вертушка, так, понижает защиту, да? Слушай, неплохо. Раф, хорошо работаешь, очень хорошо. Да иди ты в пень со своим отхилом. Лезет он, блин. Просили тебя, лезь сюда. На, получи. Все равно еще... О, мы на дорожку еще с вами успеваем пляски сделать. И это круто, ребят. Эй, майки, майки, я буду по тебе скучать. Да ты достал же стрелять. Что он нас там А, оглушил. Он нас, ребята, оглушил. Ладно, надеюсь. Так, этот делает уклонение себе. Вертушка, отлично. Все, ребята, двоих сейчас унесем, наверное, отсюда. Троих даже. А мне нравится. Так, следующий, я думаю, у нас будет Рокстеди, да? Да, я думаю, что Рокстеди будет сейчас у нас валяться в ногах. Ага, в ногах, в пыли, хотел сказать, но нет. Вот сейчас, вот, я ставлю, ребят, провокацию. Защита, соответственно, у меня повышается. Ага, повышается. Так, бомбит, бомбит, бомбит. Ну-ка, ответку ему. Все, наказали. Я не буду, ребята, хиляться, здесь нет смысла, мы его и так накажем. Отлично, слушай. Прошли, как ни странно. Так, и что же мы с вами получим здесь за реворд, а? Я говорю, когда Леонардо и Рафаэль в парочке работают, то это круто. Снаряжение, клан, фуд. И все? И это все, что мне дали?
Ой-ой-ой-ой, ну сюда это уже понятное дело, ребят, ну не полезу, просто не полезу. Эх, всего три этапа, ребят, всего лишь три этапа. Конечно, как-то хотелось бы вот здесь вот еще подраться на три звезды, но это, ну, ребят, ну нереально на три звезды здесь пройти. Так же, как и вот здесь вот, всего три уровня. Нет, если бы мои черепашки были бы сотого уровня, да, Рафаэль, Леонардо, то, возможно, мы бы здесь сделали бы с вами такие финты, но не сейчас. Сейчас никак это не получается у нас. Так, у нас есть где-нибудь ДНК лишние? Так, Леонардо. А что у Леонардо, я не могу понять. А, мы можем ему поднять уровень, например, если хотите. Но я думаю, что мутаген нам пригодится для слабеньких, да? Я думаю, со мной согласитесь. Так, а вот здесь мы меняем ДНК. Так, а кто у нас здесь слабенький? До 45 уровня я могу прокачать, ну, например, пульвери... Нет, не могу. Или могу? Могу. Почему? А почему он дальше качается, ребят? У него 49-й, то есть до полтинника я могу его смело. Но этот персонаж мне не зашел, мне он не нравится, если честно. Не знаю, пишите в комментариях, как вам. Но мне кажется, он никакой, если честно. Так, и, ребята, у нас 268 осколков. А нам нужно для поднятия ребят, да, некоторых на другой ранг, на золотой, например, перевести, 330, по-моему, осколков, да, нужно для этого дела. Да, смотрите, у нас Бакстер Муха. Можно, кстати, на него поискать ДНК. Давай-ка мы попробуем. Так, ну что, одно, по крайней мере, мы нашли. Вот, два, отлично. Два ДНК, и давай вот здесь вот еще попробуем подыскать что-нибудь путевое. Так, отлично, три. Это в общей сложности 4. Все, да? Все, ребята. Итого, давайте посмотрим, что у нас по общему результату. Так, подожди, крысиный король, а у тебя что, тоже, да? Давай, конечно, обменяем. Давай посмотрим по общему результату. Ребята, еще 6 ДНК находим на Бакстера, и мы его переведем в 5-звездочного героя. Ну и также 8 ДНК на Бибопа, и тоже его переведем в 5-звездочного героя. Шикарно. Тут и Микеланджело у нас на подходе в 5-звездочного героя, потом еще и в платинового сразу автоматом. Шикарно. Ну, мне бы хотелось, конечно, Усаги прокачать. Усаги, Сплинтер как-то, ну я не знаю, ребята, ну не особо так хорош. Вот Шреддера бы мне получить нормального, супер какого-нибудь Шреддера. Вот это было бы замечательно. Так, ну вроде мы с вами здесь все потратили. 84 отката у меня пока есть. Пицца есть. Пиццу. Так, я потом вот здесь поиграю. Обязательно, ребята, нужно получить мне вот эти все откатики, чтобы соточку себе обратно вернуть. Так, и турнир у нас был с вами. 24 ранг, как вы видели. В данный момент я сижу там. Буду висеть, наверное, до завтрашнего дня. Может быть, до сегодняшней ночи. Посмотрим, как у нас сложатся обстоятельства. Блин, самое обидное, что, конечно, вот задание, ребята. Через 9,5 часов только откатится, и я получу 5 откатов и смогу нормально играть. Больше никакого варианта нету. Хотя, подожди, сколько у нас стоит так, откаты. 10 откатов, ребята, стоит $250. То есть $500, если у нас будет, мы сможем с вами взять 20 откатов. Слушай, это неплохо. Для финала это будет неплохо. Но мне почему-то кажется, что в Сёгун, точнее, в мастера 2 звезды вряд ли у меня получится, ребята. Ну давай, неважно, ребят. Все, всем большое спасибо за просмотр. Мы обязательно с вами увидимся в следующей серии и, конечно же, продолжим играть. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.